Ешлік біз сарайында игіліклі біз деп аталған спорт байрамы өтті. Шарада Акбарс хоккей командасы ойыншысы Гагарин кубогын ұтуда қатнашқан Артем Лукаянов та қатнашты. Мәртебелі қонақны Башқарма комитет жетекшісі орынбасары Александр Чупков сәлемледі. Я приветствую вас от имени главы Заинского муниципального района Гаринова Разия Николаевича, от Совета исполнительного комитета, от себя лично. Действительно, сегодня в нашем городе большой хоккейный праздник. Сегодня у нас такой звездный почетный гость. Мы с вами все гордимся, что в нашей республике есть хоккейная команда «Акбарс». Аплодисменты. Приятно видеть, что много игроков сегодня присутствует, кто-то выиграл, занял места призовые. И приятно видеть, что вообще занимаетесь хоккеем. Шара Ешлік балалар Ешусмирлер спорт мектебінің ең яқшы еш спортшыларын бүләкілі өбілен дауам етті. Артем Лукаянов назейдегі хоккей өсіші жетекшілікнің әлігі спорт түріне болған иқтибары барлық оңайлықлары болған біз сарайы ғажапләндірді. Ол еш спортшылар үшін бізді мастер-класс көрсетті. Чтобы они почувствовали, посмотрели на взрослых хоккеистов. И для них это будет, наверное, такой толчок еще вверх, чтобы заниматься и любить хоккей. Поэтому, ну, по возможности приехал, чтобы поддержать их, покататься и провести время просто с ними. Россия чемпионы малайларының мастер-класс барышында темір аяқта дұрыс шуарға, кішіге білен тиішлі дәрежеде идара етерге үйретті. Қопқаға олқа кіртінің мүшкеліклеріне түшіндірді. Аделя Бірханова, Юлия Казамарова, Татарстан хабарлары.